500 круглых стикеров. Угу. Цайцы, что? Смысл? Я не знаю. Сегодня у нас новое задание, да? Для нашего бизнеса нужно что? Нам нужны бизнес-карты, визиточки и стикеры, чтобы нам их клеить на, соответственно, на продукцию. Узнай, пожалуйста, для нашего бизнеса, сколько будет стоить сделать 500 визиток. 500, да? И 500 круглых стикеров. Подожди, какого размера нам? Скажем, что условно 5 сантиметров. Но оно круглое, да? Давай, да, круглое. А как будет сантиметр? Хороший вопрос. Не знаю, вот кто знает. А у них все фэн, по-моему, нет? Может быть. Давай, ладно, звони. Я вот сейчас делаю сейчас там до гонсу, а вот дай я хуагин там и делаю сейчас. Мы собираем еще ниго. Зай Google D2 Йохандо. Окей, let's go. Погнали. Кол, ты готов? Да. Нет, конечно. Погнали. Эй, не хао. Мы ял мянпян. Ял сэки ма. Что это? Вы. Ты要设计面吗？还是要印刷？ О, не знаю. 你可以说 再一次. А? 再一次, 说, 什么意思? 您是要设计名片，印刷还是要印刷？ 不好意思, 我是外国人, 我不知道这个是什么。 那我可能，因为我不太了解您要什么，还是您。 再问问看其他人，OK。我只要棉片。你要什么的什么名片？我不知道，这么说。OK。不好意思。Право。Он, в общем, сказал, что он сказал, тебе нужно шаджи инпен, типа дизайн, или типа инпен, или распечатать. Так нам надо распечатать. Да, вот. Ну слушай, таких слов я точно знать не мог, вот абсолютно. Ну смотри, нормально, он уже понял, что нам нужны эти, правильно? Не, ну да, ну такие вещи, вот, это уже спецслова такие. Вот, все. Максим. Вот так, этот. Давай, и погнали, следующий. Все, запускаем. Чуть-чуть этого, чуть-чуть, да? Прогресс. Как еще раз, блин, визитки, все время забывают. Минкен. Минкен. Погнали, звоним. Я сразу выдам. Смотри, у меня есть идея. У тебя есть стратегия. Стратегия, блин. Вы, не хао. Вы, не хао. Сегодня на лица. Мы хотим ин мянпян. Мянпян. Да, да, да. Мы хотим ин мянпян. Мы делаем сетевые продукты, мы не делаем дизайнерские услуги. Окей. Хорошо. Извините. Это они, походу, постеры какие-то делают, да? Или что они делают? Блин, слушай, я, кажется, не понимаю, что они говорят вообще. Вы, не хао. Мы делаем мянпян. 你有档案吗？什么？你有档案吗？ 我们要印五百个。 500张？ 你的名片有档案吗？ 还是？ 我们有。 单面还是双面？ 双面。 双面？ 那你要500张是吗？ 那你知道你要选什么字吗？ 什么字？ 我们都有。 А档案先 email 过来吗？还是？ 啊，слушай, ну, 你要 email 过来，你要人来填啊。对。 你要人来现场，还是你要先把档案 email 过来？ 啊，我们自己拿。
чего он говорит? Лаупоба вообще, лаупоба. Да. 用 email 的可以吗？ Email 可以啊。那你给我 email 好了，我抄下来。yenshru@gmail.com 好，谢谢。噗，好热，我们休息一下，然后换我，我也要打电话给他们。好，我们回来了，我现在等一下打电话别的公司，因为我们也要买有些纸箱，比较漂亮的，所以我们等一下打电话给别的公司，跟他们讨论一下。在台北，有吗？喂，你好。你好，我们想要买有些纸箱。纸箱，对。对啊，你尺寸大概多大？啊，我们有三种，我们有不同的。一种就是长度什么八个公分。长度八个公分，宽度十二个，然后高度9.5公分。这种只是我们没有，是我们没有，对。只有你们没有。没有零卖到这些，我们只是客户有的而已啊。对，好 ，OK。不好意思，不好意思。没关系。Okay, 拜拜。好，谢谢。不好意思，拜拜，谢谢，拜拜。Мне кажется, он выкупил что-то на среду дому у нас. Типа, чем мы отваливаем? Нет у нас коробок никаких, да, там вообще. Ну и последнее, да, напоследок, давай бахнем, что у нас остались, стикеры, правильно? Стикеры, да. Круглый стикер, 5 сантиметров, 500 штук. Давай. 好，我等一下我提醒我的老婆，她不可以帮我们，因为她在那边会。欢迎您的来电，请您稍后，我们马上为您服务。喂，你好。喂，你哪里？喂。喂，你哪里？哪里？我们这里。你是哪一位？哪一位？就刚刚，刚刚这个多。我是阿森。喂喂，我们要我们要贴纸。你可以大声一点吗？Что значит кто ты? What does it mean? 你是谁？ Why did they ask him like who are you? 那是他为什么说你是谁？这个什么意思？ты кто? I couldn't understand what it is. 我тоже не понял. 你好。我们想要买有些纸箱。您说卖什么？纸箱。纸箱。对。那您有符号吗？符号。还是您要找的商品的尺寸？我们要一般的纸箱。我这样子，我告诉你一下，我们做有些那个饼干，我们想要把我们的饼干放在这个纸箱，寄给我们的客人，这样子。啊，我们需要三种，我们有三个不一样的，一个是长度八公分，宽度对，然后宽度十二公分，高度九点五公分。八乘以十二乘以九点五。对，数量差不多100个。他们这样子要多少？那等下回电给你。好 ，OK。Бам! Погнали! Но на самом деле... Нет, без нее бы не справились. Жена помогла. То есть нечестно, чуть-чуть нечестно. Ну слушай, на самом деле круто. Они поняли, что ты покупаешь стикеры, поняли, что ты им пришлёшь на почту. То есть да. Процесс... Стикеры получилось. Вот да. Сейчас по сути им отправить, они нам скажут, сколько будет стоить. Да. То есть, смотри. Пушка. Бам! Ребят! Так, если вы хотите, чтобы мы провели другой эксперимент, что-то еще купили, заказали, вы можете написать внизу. Потому что ему нужно тоже попрактиковать китайский. Вы можете, в общем, написать любой продукт или сервис. И мы попробуем позвонить и договориться. Попробуем. А вы там посмеетесь, посидите, да? Ладно, все, короче, мы погнали заниматься дальше бизнесом. И в следующий раз мы с вами увидимся. Все, бай-бай-бай-бай-бай.